Игорь Васильевич, ну, в первом тайме Ростов вроде неплохо смотрелся, была равная игра, во втором потерял преимущество. Что случилось? Почему он потерял преимущество? Ну, ты куда смотрел вообще, блядь? Потерял преимущество. Он потерял преимущество, когда девятером остался. Тогда он потерял преимущество. А почему девятером остался? А потому что судья придумал карточку красную, что не видно было, что чудак боролся, вырывал мяч, упал. Блядь. Что теперь делать ему? Симуляцию делать, блядь? Ну ладно. А я попрошу со мной на таком тоне разговаривать. Спасибо, удачи вам.